Этап легкой атлетики традиционно прошел действительно на позитивной ноте. Много участников всегда принимают участие во многих дисциплинах, так как этап легкой атлетики, наверное, из самых массовых после футбола. Поэтому мы рады, что на стадионе «Динамо» все было подготовлено под наши дисциплины, и погода нас порадовала. Очень рады, что у нас традиционно очень много призеров, они отличаются в разных дисциплинах. Так хотелось бы выделить команду «Бисквит Шоколад», которые завоевали свои первые медали в Канаде. Ну, как всегда, здорово выступил «Адидас», у которых 4 первых места из 5 дисциплин. Команда «Вайтбокс», команда «Цитрус», «Нова Пошта» – все проявили себя как хорошо проявили себя как новички, дебютанты первого нашего сезона «Битвы корпораций», так и те команды, которые уже из года в год с нами соревнуются. Но на самом деле борьба в отдельных видах была достаточно уплотная. Так что, в принципе, в Канаде могли, конечно, еще немножко подальше. Да. За нашей победой стоит долгий труд каждого. В нерабочее время мы все занимаемся спортом активно, поэтому мы довольно-таки хорошо подготовленная команда. А в текстиле «Адидас» хорошо заниматься спортом. Для нас Шеватурбоатома залог всего и всегда. Да, спорт – это сила. Как в спорте, так и в работе. Мы самые лучшие везде. Происходят трудности. В общем, соперники, ну, мы, наверное, к этой дисциплине меньше всего готовимся, поэтому и в этом немножко слабы. А так, в принципе, ну и тут, мне кажется, нужна еще и техника, не только настроение. Хорошее настроение, да, и большой вес. Вот. Вот команда, которая выиграла, она действительно обладала техникой. Хоть, может, кто-то думал, что просто там большие ребята, там не самые большие ребята, но они по технике всех. И было приятно то, что мы проиграли именно тем, кто занял первое место. В общем, зачете, как я уже говорил, ситуация немного запутаннее, да, каждый этап расставляет какие-то свои новые акценты, поэтому сложно сказать, кто полноценный фаворит, их правильнее было сказать, их несколько, и я думаю, что только лишь на этапе пляжного волейбола у нас определится однозначный победитель.